что дальше что делать? Мужик! Че так страшно-то? Ага. Привет всем! Витёк здесь, и это Cuphead. Продолжаем мы с вами путешествие тут по третьему острову. Может быть, начнем с легонькой разминочки. Мавзолей 3. А что, кстати, дает третий мавзолей? Ой, я помню, там какую-то фигню он дает, типа какой-то призрак вместе с тобой стреляет и все такое. Ну, ладно. Тренировка. Паркур. Ой, что так много-то сразу. Трипл шот. Ух! Не успел. Кепочки. Девчонка. Толстенький. Так, толстенький. Ай. Так. Не поймал. Тихо-тихо. Ну как? Ну это не... Они с двух сторон одновременно идут. Ну как их пробить? Что это такое? Витя, купи сахар. Сахар? Ну сахар, оно же... Автопарирование. Первое парирование в бою применяется автоматически. Это только одно парирование. Оно мне никак не поможет. Там нужно 154 раза запарировать, а вы мне говорите, одно парирование тебе поможет. Ну это смешно, ребят. Это смешно. Я, конечно, его куплю, если вы прям так хотите. О, кофе давай возьмем. Карты спецатаки можно заработать, а можно просто подождать. Что это значит? Вообще не понимаю. Что это значит? Точила. Атака в парировании. Ваше первое парирование наносит противнику урон, как от атаки топором. Страшные слова какие-то. В общем, если вы считаете, что сахар мне поможет, вы ошибаетесь. Давай, конечно, мы сахар поставим. А, он после каждого прыжка? Вот теперь я понял, о чем вы. Да, тогда сахар поможет. А я думал, он один раз забой вообще. А он, оказывается, хитрожопый. Он как только прыжок нажал, так сразу парирование идет. Вот он и чё. Тогда да, сахар крут. Сахар хорош. Да, я поставил сахар. И мне нравится. О, о. Давай, четверной. Пятерной. Все, я пятерной парирку сделал. Все, я прошел тот челлендж. Нет, да, нет, наверное. Что-то я постоянно парировать могу, когда в прыжке вот что-то. Так, как... Ай-я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 й
Вау, это что, 6 штук, что ли, сразу? Шестерное парирование. О! Шестерное парирование. Слабо. Здорово, чешкоголовая. Ох, так хорошо, что ты тут. Призраки меня чуть не растерзали. Зато, смотри, я нашла тебе новую суперспособность для изучения. Все, пойду отполирую ручки и увидимся. Хорошо. Слушай, автопарир прикольная. Думаю, новая спецатека. Правда, чарж теперь не с исчезновением, но... Ой, я могу прямо сюда... А, нет, я не могу сюда пройти. Так, куда мы идем? Куда мне надо пройти? Да. А, во, вот здесь вот, да? Босс есть. Да, домик какой-то. Мышиная возня. А, это тот самый босс, которого я забыл в прошлый раз. Ганс Грызун в эпизоде «Мышиная возня». Насколько помню, он довольно легкий был. Единственное, что не помню, какие у меня пули стоят. Диски и орудия. Не знаю, что нам понадобится, но сейчас глянем. Поехали. Ой.
А, огонек летит от бомб. Так. Что-то сломалось. О, погоди, там огнемет. Я только сейчас заметил. Такой. Встал такой, смотрю, думаю, что это такое у него под стулом? Такой, боже мой, там же огонь. И все. Ну, пока легко. Посмотрим, ладно. Вож парит. Ругать его, скорее всего, нельзя, да? Страшно. Страшно, уходи. Я же увернулся, алло. А ничего, что я у него на табуретке катался. Что дальше-то делать? Боже, что так страшно-то? Том и Джерри. Ой, лапа. А почему я умер-то? Я почти прошел, а почему я умер, я не понял. Так, ладно. Вторая фаза забавная тоже. Так, это специально, чтобы я набрал на парирках что-то, да? Это тебе. Я-ха, кричи. Так, бомбочки. Оп. Котейко, hello. Так, чуваки пришли. Ох, ё. О, капец, а чё, я с тремя жизнями? Мне ачивку дали, Perfect Run, прикинь. О, я же, а, о, я же. Смотри. 3 из 3. Как так 2 парирования? Ух ты, блин, я думал 3 парирования, хорош. Ну, мог вообще на максимум пройти. Где я не запарировал? В конце можно было бы запарировать, дал эту розовую большую круглую штуку. Не, ну босс клёвый и лёгкий. Ох, прикинь, повзрывал тут все двери сразу. Гант грызун. Би-би-би-би-би-би. Ну что, этого босса мы прошли, этого прошли, всех прошли. Ранган не хочу. О, черепуха. Ты кто? Чё, приятель, в глазах цветные точки плавают. А если я скажу, что есть способ поделить все на черное и белое? Способ, доступный только миролюбивым. Поверишь ли ты мне, мой кровожадный друг? Ага, этот на пацифиста намекает. Стоп, я же забыл, я же сделал ачивку на 4 парирования сразу, да? Мне нужно вернуться к чуваку, наверное, и сказать, что я молодец. Он мне денег должен дать. Надеюсь, он запомнил, что я это сделал. Сейчас поговорим с ним.
Где-то он здесь стоит, да? Ну-ка. Я слышал, тебе удалось отбить 4 удара подряд. Такое упорство достойно поощрения. Вот, держи монетку. Но не трать все сразу. Хорошо. Качественно. Так, а как сюда пройти? А, вот, я же открыл здесь вот дырку. С этим мы поговорим. А, я здесь дырку открыл. Здесь есть театр у меня, в общем. А, больше ничего. Стоп, а вон там корабль-призрак какой-то еще. Ну ладно, раз я здесь, пойду в театр, потому что до корабля топать далеко, капец. Вон он где аж. Это нужно вокруг все обойти. Вот сейчас театр пройду, вот здесь лестница появится. Если пройду. Так, что у нас там? Ну, давай попробуем. Драма-мама. Салли Примадонна в эпизоде. Здрасте. Здрасте, вы кто? О, я помню, я сейчас какие-то зонтики там будут пускать. Клюка. Клюка. А, я ж теперь чаржиться не могу, да, так по упоротому. Так, что с ней делать? Ну, понятно, что вентиляторы хорошее оружие на нее. Окей, погнали. Она на меня падает, да? Надо под ней чаржиться. О, пропеллер. Ух ты ж. Так. Опять схлопнулась. На машине приехала. Уехала. Что происходит? Кого ждать? Так. Асбест. Театр Асбест. Что там идет? О, боже мой. Бутылочка молока, мыши. Их нельзя убить. О, боже. Господи. Ой, а что у меня? А у меня бессмертие. А можно ребеночка завалить или что? Или нужно просто уворачиваться от всего, что только есть? Так, отправили ее в рай. Так, что дальше, следующая серия? Что происходит? Метеор? Она будет призывать метеор? Луна? Что это, надо стрелять? О, молния! Звезды. Можно за звезду зацепиться? Можно. Волна! А, понял. Надо было при помощи звезды, да, это все дело проходить. Молнии пошли. Да, ё-моё, надо, забыл это, свайпнуться еще. Ой, да я её почти прошел. Слушай, вторая попытка, я уже прошел, смотри. Молнии. Не в ту сторону! Ну, бас. Я просто не знал, как мне это пройти, поэтому прошел вот так. Розочки падают, а оно еще... Я думал, оно просто вниз упадет, и все. Оно, оказывается, вот оно как. Отлично. Отлично идет. О, а что это такое? А я не знал, что здесь можно вообще встать, если честно. А сюда можно так залезть? А что я сделал? А что эти ангелочки делают? А если второго опустить, что произойдет? Лютый хардмод будет. Если ангелочков опустить, будет лютый хардмод, говорят. А что-то у меня не получилось. Ну это для этих, для true специалистов, я понял. Эй, а куда ангелочек делся? А типа я прошел, да? А что в этой стороне? Да ё-моё. Что она с этой стороны-то? Я ее не ожидал здесь увидеть, если честно. Да ё, мужик. Мышки.
Мышки наружки. Молнии. И как это вот было пройти? Мизи. Босс халява вообще какая-то. Можно на три жизни пройти. Но тут весь прикол в хардмоде, скорее всего, этого босса, да. Что такое мастерство для звездочки? Это что значит? То, что на харде прошел или как это вообще? Салли Примадонна. Договор о продаже души. Ой, а что это получается? Я уже двух боссов укатал. О, нет. Я помню этого босса. Мамочки, беги. Беги оттуда. Беги, Витя, беги, 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 беги. Я вспомнил паровоз. Ну его нафиг. Шесть. Там какой-то... Он потом у него колеса, ноги вырастают, и там такая веселуха начинается. О, я все вспомнил. Я все вспомнил. О, а давай Run and Gun тогда еще сделаем, раз у нас так все классно получается. А, я вспомнил, что здесь такое, я по звуку узнал. А где здесь спрятанная монетка, ребят? Вы же говорите... Вот он еще нашел, ладно. Сам спросил, сам нашел. Пройди на харде. Давай. Опасные опоры. You're up. Летающая рыба. У вас тут все в порядке? А ты что такое? Ладно, тебе можно убить, это хорошо. Так, эту рыбу надо было парировать, ну ладно. Новую рыбу. Как-то можно подстрелить? Нет? Как его убить? Ау. А вот так? А, во как. Мне кажется, да, вот здесь лучше сначала вот такими пульками. Ну-ка. Монету отдай. А с такими пульками проще намного. Не надо там туда целиться. Просто идешь и бежишь. О, крабы. Hello, крабы. Прикольно, они лапами так друг друга были. Че это было? Здрасте. А ты че? А он еще и туда-сюда ходит. А я его еще и убил. Тил. Тихо, я на ящике. А! Чуть на ежика не сел. А, окей. Ух ты ж! Фига себе, что это было! Он уже умирает, нет? Все, он умер. Хорошо. Погнали, да. Это что такое? Как туда залезть? Не обязательно. Новый! Почему он воскрешает? Или это новый? Жесть. Чё ты упал-то? Это что, такой осьминог какой-то? Куда я упал-то? А чё это такое? А почему? Он стрельнул, мне некуда было приземлиться, а это нормально?
Корабле монета? Понял, буду знать. А в этот раз нормально зашел. Так, монета на корабле, окей. Так. А, реально, я остался здесь. Плыву. Ауч. Кашалоты какие-то. А, ё-моё, что ж я бессмертный не использовал? Now, go! Может, там нужно дисками уже бить? Не знаю. Красивая рыба какая была. Зачем ты убил фиолетовую рыбу? Я чуть ежик не съел. Нормально, вроде так внизу стоит, а так стреляет высоко. Крабы, иди сюда. Иди сюда, крабы. Крабы. Ты где? Ух, страшно. Ух, страшно вдвойне. Вперед! Так, я так понимаю, вот этого можно просто игнорировать, да, и идти вперед. А, хотя здесь вот такая штука есть, да? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Взял, сдох. Ладно. Нормально. Он же сюда не пойдет, да? Что я бессмертие не набил? Ладно. Оно мне не помогало никогда. Только кашалота можно убить? Ух, креветки. Что происходит? Куда я делся? Я деньги пропустил, ну ладно. Ой-ой-ой. А, ему надо постоянно долбить в этот. А как деньги-то забрать? Ну ладно, пресно. Прошел. Какой-то сумбур в конце начался, такой лютый. Я что-то ничего не играл. Плыву, что делаю, не понимаю. Сойдет! И так сойдет. Магмен! Всего лишь одну лесенку дали. Так мало. Это же полет, да? Это полет. Там медуза Горгона. Кайла Марина, моя морячка. Моя морячка. Да, я ее помню. Она такая ржачно-угарная. Но она такая, в свою очередь, блин, мудная. Там что-то с окаменением она какую-то дичь делала. Мне постоянно бесило вот это окаменение. Она какое-то все время не вовремя приходила. Это сходим, конечно, мы ее победим. Но уже в следующей серии, видимо, будем мучиться. Сирена, да? Та самая. Спасибо за внимание! Спасибо за лайки, которые подгружаете. В описании всегда есть ссылочка на плейлистик. На тележеньку, на список всех игр, в которые я играл. Ну и, конечно же, на все остальные соцсети интересности. Только там. Ну а пока.